Рядом с зоомагазином работала выставка пушистых животных. Любой желающий мог помочь бездомным животным кормом и медикаментами. А кто-то помог обрести котятам новый дом. Юных жителей 12-го микрорайона волонтеры группы «Сердцем к сердцу» пригласили на детскую игровую программу «Мой маленький друг». Концерт вообще был организован спонтанно. Информация о концерте появилась 2 дня назад. Поэтому все максимально быстро было организовано. Первый день лета волонтеры задали тон на каждый день каникул. Провели зарядку, показали новые игры и конкурсы, чтобы каждый день лета стал для маленьких анапчан радостным и веселым.